Я Борис Галузин, и это установка прямотока Two Brothers на квадроцикл. Будет установлена модель M7 с алюминиевым корпусом, магниевой торцевой крышкой и нержавеющим патрубком. Предыдущий владелец попытался сделать прямоток из стокового глушителя, вынув пламегаситель. Это привело к тому, что корпус глушителя стал перегреваться и плавить пластик. Чтобы его снять, достаточно ослабить хомут и открутить два крепежных болта. Несмотря на то, что квадроциклу меньше года, стандартная банка успела заржаветь. С новым прямотоком этого не случится. Установка глушителя Two Brothers начинается со сборки соединения валв. Болты крепления наживляются без затяжки. Далее патрубок всовывается в стандартный коллектор и поворачивается так, чтобы задать правильное направление глушителю. Для крепления используются стандартные болты. После их затяжки затягивается крепление валв. Прямоток Two Brothers отлично выглядит и не ржавеет. Это была установка прямотока. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть следующее видео первым.